О, какая была рыба. Видели? Вот, взяла, ребят. Щучка, что ли? Травянка, наверное. Вот тут, вот, борьба пошла. Смотрите, прицел трещит. Друзья, всех приветствую. Вечер. Нахожусь на реке Лупе. И собираюсь сегодня половить на спиннинг. На блесеньку. Я думаю, что какая-нибудь щучка, либо хариус позарится. Время уже к вечеру, где-то около 7 часов. Так что спускаюсь на лодочке, буду местами пробовать рыбачить в броднях, где можно пройти. Ну, короче, посмотрим, какая там обстановка. Так что давайте, друзья, поехали вместе рыбарить. Ну вот она, речечка, по открытой воде. Я здесь не рыбалил, только, так сказать, зимой, по льду. Сейчас будем пробовать. Ставлю поводок. Это обязательно атрибут на этой речке, потому что здесь есть щучка. И не крупная, и крупная всякая. И буду рыбачить вот пока месте вот на такую блесеньку. Я на нее в прошлый раз рыбачил. Удалось поймать только одного хоря. Посмотрите, кстати, видео. Сейчас оно будет, как это было. Периодически плещется какая-то рыбка. И, по-видимому, это хариусок. Сейчас попробую покидать ту сторону. Давай ловись, рыбка большая, маленькая. О, сразу взял, смотрите. Как я вам и сказал, не успел бросить этот щуренок маленький. Сейчас посмотрим, кто такой. Хариус, ребят. Вот он. Вот он, хлопчик, за кем я и приехал сюда. Ну что, прям здесь, наверное, спущусь. Тропиночка даже есть натоптанная. Рыбачки здесь периодически рыбачат, палки стоят. Так. Ну все. Как говорится, на воде. Всплеск был, смотрите, ребят. Опа. Туда прям целенаправленно попал. И не взял. Обычно прокатывает. Где плещется, бросаешь туда, он сразу берет. Но не сегодня, да? Ну ладно, значит, не наш был. Можно было, конечно, по сути, и бродня ходить здесь. Но на лодке, я вам скажу, веселее. Меньше ноги топчешь. Ветерок прям такой, вообще прохладненький, отлично. Сгоняет этих иглоедов. Так, ну что, рыба где-то?
Где-то хрюсок. Я знаю, что ты здесь есть. И это 100%. Ладно, что, сплавляемся. Пробуем, как говорится. Пробрасываем. Ловим. О, какая была рыба. Видели? Вот, взяла, ребят. Щучка, что ли? Травянка, наверное. Вот тут борьба пошла. Смотрите, прицел трещит. Сорванец. Это щука. Ну давай, покажись. Покажись, красавица. Где ты, а? Иди сюда. Хорошая такая. Для данной реки. Ох. Ох. Давай-ка. Ну-ка, полезай. Опа. Оп. Ну, ребят, что, поздравьте меня с первым трофеем. Вот блёсенька. Малышка. Она сработала. Я вам говорил, что здесь щука есть. Такая достойная, где-то в районе килограмма. Вот это щучка. Хорошенькая. Так. Значит, нужно здесь закрепиться и побросать еще. Класс. Это просто класс. Так, ладно, что. Щука пусть, наверное, у меня лежит здесь. Где лежит? Я пока дальше буду бросать. И взяла так. Главное, сначала бах, не села. Потом все же догнала блесну. И уже окончательно взяла. Вот здесь он под березкой трется. Хариуска, наверное, поджидает. Хорошая, достойная щучка для дальней речки. Очень даже неплоха. Видите следы у нее? Можно подумать, что это от сетки, но, скорее всего, кто-то ее полосанул здесь. И это, скорее всего, был хищничек покрупнее. Так что можно попробовать побросать здесь еще. Может быть, какая-нибудь мамаша подойдет и покрупнее, блин. Смотрите, и плавника одного нету. Тоже отгрызан. Так вот. Есть, значит, в этой маленькой речке крокодилы. Вчера я поймал одну на воблер, все на одном месте. Ага. Одну на это, на вертуху, и оборвал на колебалку. Ну, на колебалку, наверное, крокодил у тебя взял? Нет, тоже мелкая, да? Не крупная. Все, ну, три, понятно. Такие они, стандартные, ну, такие вот. И, блядь, это... Грамм по 500? Не знаю. Нет, некого там взвешивать. Был бы такой, так был бы. Ну да. Ладно, пойду дальше проверять пониже. Не буду твою рыбу вылавливать. Ну, тебя все равно здесь не клюет. Так что так. Давай, по-любому там стоит где-то. По-любому там где-то еще стоит. Так что так, друзья, рыба ловится. Надо где-то только ловить ее. Васек, видите, вчера половил. И мы сейчас, значит, еще поймаем. Но это не точно. Ребят, кто-то плещется вот здесь прям. Опа. Вот здесь прям кто-то плескнулся только что. Оп. Сделал, говорит, тот плеснулся. Смотрите, кто. Окунишка. Такой. Не сказать, что маленький. Хороший окунек. Давай, живи. Иди плыви. Ну, газуй. Ну. Пошел на свой ясик своим.
Прям вообще выпрыгивает. Ну, скорее всего, о, кто-то взял. Кто такой там, а? О, ё-моё. Шпиндик, а? Тут еще был здравый окунишка. По сравнению с этим. Ну, давай, давай, аккуратней. Ну, вообще маленький, ладошечный. Давай, газуй. Как говорится, расти, подрастай. Начала плескаться какая-то. Шелупонь. О, под берегом. О, взял сразу. Вот, ребят, я вам говорил, что бывает такое. Если плеснулось, то берет. Ну где ты? Иди сюда, малыш. Ой, какой маленький. Давайте отпустим, иди сюда. Все тройники захавал. Смотрите, а. Какой голоед. Малыш, расти. Ну что, друзья, на этом я свою рыбалочку, наверное, буду заканчивать уже. Время где-то в районе 9:30. Рыбка клевать перестала. И плескаться тоже перестала. Так что, что сказать еще. План на сегодня я выполнил. Щука взята. 2 хариуска маленьких, которых я отпустил, было поймано. 2 окуня тоже поймал, отпустил. Так что так, друзья, рыба-то есть. Просто нужно ее ловить. Пробовать, экспериментировать на разные блесна. Чего, конечно, я сегодня делал. Ловил только вот на одну, вот на такую. Вот такие, друзья, пирожки. Давайте. Всем удачи и пока. Увидимся на реке или в тайге.